Ну и как уже было отмечено, особенный душевный подарок телезрителям «Беларусь-1» готовит самое популярное музыкальное шоу страны без возрастных ограничений. «Фактор Бай 60+». 8 марта нас ждет полуфинал. Дюжина артистов золотого возраста исполнит шлягеры на все времена, и только 8 пройдут в следующий этап. Решат их творческую судьбу звездные эксперты. Народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Виктория Олешко и Александр Солодуха, а также певица, актриса театра и кино Александра Гайдук. Много было нечистых нот, много. Больше давать огня, страсти. Застрелюсь возьми. Главное не промахнуться. Не понимаю, А-а-а. Что это было и почему эта прекрасная легкая песня превратилась в какой-то фейерверк. Я бы даже сказала оргазма. У нашего поколения есть своя программа, которая дарит нам свое, наше ощущение жизни. Вот этой радостью, чтобы она была похожа на ту радость, которую испытывают дети. Они даже объяснить себе не могут. Им хорошо и все. Нам хорошо, нам будет хорошо, и пусть вам будет хорошо. Смотрите наш конкурс, потому что он будет жить до тех пор, пока он вам будет нужен. Смотрите завтра, 8 марта, в 20:45 в эфире «Беларусь-1» шоу «Фактор Бай 60+».